Привет всем! Вот такую вот посылку получили от Садов России. Здесь у нас три сорта клубники, две суперурожайных вишни, и при этом они очень зимостойкие. А также, наверное, самый главный, так скажем, саженец этой посылки – это ежевика. Один экземпляр. Поэтому сейчас все распакуем, посмотрим, в каком состоянии к нам пришло. Вот такая вот посылка. Ну вот, открыли посылку. Здесь тут интересная бумага. Такое ощущение, что упаковка. Вот чудо, помидоры, зенит. Такие вот. Им очень много. Там большая сильно коробка. Чудо помидоры. Все уберем. Так, и вот они, наши саженцы. Здесь у нас клубника. Так, клубника Альба. Вот эта клубника у нас раннеспелая. Земляника садовая. Очень она урожайная. Вот я смотрю, здесь уже все в росточках, в принципе. 5 кустиков должно, потом посмотрим. Так, это у нас земляника садовая Кимберли. Тоже должно быть 5 штучек. Тоже все просмотрим. Так, это у нас все. И еще земляника садовая Азия. Вот эта земляника, у нее растянутый период плодоношения. Как бы она зацветает. Как бы очень долго она плодоносит. Около, наверное, месяца можно собирать ягоды. И она еще частично ремонтантная. Так, и дальше здесь у нас... Так, так, так. Аккуратно. Так, это у нас ежевика. Тоже пошел расти там, смотрю. Новый побег. Уже молодой. Так, это ежевика. И две вишни. Берем две вишни, одну. Одна вишня. Ну, пока непонятно. Ну, вроде почки есть. Одна вишня, так это у нас. Вишня изобильная, она морозостойкая, но при этом вишня у нее не очень крупная, но ее очень много. Такой саженец, так, и еще одна вишня. Так, это у нас вишня ашинская. Она тоже урожайная, но у нее вот именно вишня сама покрупнее. Тоже здесь пока еще непонятно, вот именно почки, они еще какие-то такие непробужденные. Поэтому все надо будет просмотреть клубнику сейчас. И вот такая вот накладная. Ну, тут все, в принципе, расписано. Ежевика, две вишни и земляника. И сейчас посмотрим, в каком что состоянии. Вот такая вот посылка. У земляники, конечно, корешки большие, но вот прям они совсем сухие. Сухие, присухие, поэтому сейчас сразу их нужно будет рассадить по отдельным таким стаканчикам, потому что пока сейчас вот такое вот высаживать, как-то это, ну, я считаю, что это опасно, потому что жара у нас должна опять прийти, сейчас холодно очень, а потом придет опять жара. И вот сразу прям так вот, в такой климат их лучше вот их сперва рассадить по отдельным стаканчикам, они как бы отойдут уже, корни пробудятся, почки начнут отрастать, а затем уже их высадим. Поэтому повторюсь, земляника Альба, Азия и Кимберли. По 5 штук в каждой вот в этой вот упаковке. Вот эта ежевика, сейчас я тоже скажу название. Ежевика Thornless Evergreen. Такая вот, очень высокая она. Можно ее пускать на арку, на какую-то именно
по видео смотрели, выращивали ее в Омской области, и она, в принципе, хорошо давала урожай, то есть успевает именно, так сказать, и ягод много именно, чтобы созрело, потому что у нас мы купили одну ежевику, она вообще не успевает созреть ягоды именно у нас, именно в нашем климате, поэтому вот это вот Омской области, и у нас примерно такие же погодные условия, поэтому это ежевика Thornless Evergreen, название такое красивое, она очень хорошо и плодоносит, и зимует. Вишни, вот эти две, тоже их нужно будет посадить сперва по таким вот большим емкостям, стаканам, в общем, чтобы они хотя бы отошли почки. Потому что сразу их вот стоили в холод или в жару, это для них это губительно. И по ним тоже пока еще прям так не видно, что почки какие у них. Вот это видно, что ветка живая, здесь живая, а вот здесь прям совсем все сухие, поэтому посмотрим, что отрастет. Саженцы вот приходили вот с садов Урала, все, в принципе, они отошли. Где-то лучше, где-то хуже, но все оказались живыми, поэтому посмотрим, что будет здесь. Так, и вишня, значит, Ашинская. Один год ей. И вишня вот изобильная. Вот такие вот саженцы пришли от садов России. Рассадим. Поставим пока на подоконники. И ну, посмотрим. Потом сделаем, конечно, обзор, в каком что состоянии. Как все отошло, не отошло. Главное, что землянику, потому что корешки прям совсем сухие. Если здесь они вот упакованы. Мох, тут как бы видно, что так влажно. А вот у земляники совсем сухо. Прям сухо-сухо. И корни вот эти нужно будет немножко подрезать, эти вот большие, потому что их так вот не надо вмещать. Они длинные. Достать-то вот. Длинная корневая система. И нужно будет их, конечно, немножко, наверное, вот так вот отстричь, потому что это слишком много. Их как-то такую усаживать. Почему? Чтобы она именно такая корневая разрасталась, лучше их немножечко вот подстричь. Но так главное, что вот все живо, здорово и будет, надеемся, расти и плодоносить. Но первый сезон, как смотрели видео, она, не знаю, то ли она зацветет, то ли нет, скорее всего, даже может быть и нет. Но хорошо цветет во второй сезон и размножается усами. Поэтому проблем с ней никаких нет, очень устойчивые вот эти сорта к погодным условиям, ко всем вот этим неприятностям. Вот эти два, Азия и Альба, вроде бы итальянские сорта. Вот этот я не знаю. Чили, вот это Кимберли, поэтому не знаю. В общем, такая посылка. Как бы пока, ну так, на 4 с плюсом. Если все, конечно, отрастет, то будет твердая пятерка. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. И чтобы вам всегда в посылках приходили только замечательные саженцы.